как бы женщина, которая всегда будет сохранять семью, сначала надо накормить мужа, потом она сама кушает, потом кормит детей. Женщина, которая разрушает семью, она сначала кормит детей, потом сама кушает, а потом все, что осталось, мужчина приходит с работы, сам жрет. Все, значит, до свидания, муж. То есть, такая жена не нужна никому. Вообще, я вам больше расскажу. Часто бывает еще хуже. Сначала первым кушает собачка. Она самая лучшая в доме вообще собачка. Ее сначала кормят, потому что она гавкает, не дает поесть. Потом кушают дети, потому что кушать хотят. Потом жена тоже, она как бы сильно хочет покушать. А потом только муж. Все, до свидания. То есть, если мужчина на последнем месте стоит в семье, значит, он не будет в этой семье жить просто. Ему это 100 лет не надо.